Всем большой-большой привет огромный. Всем большое спасибо за лайки, за комментарии, за подписку. Подписывайтесь. А сегодня у нас вот такая вкуснота из картошки. Очень просто готовится. А посмотрите, какая вкуснятина получается. Быстро, несложно. Кому интересно, как готовить, смотрим вместе со мной. Готовим картошку. Понадобится 4 картошины и 1 луковица. Натираем на мелкую терочку. Натерли. Добавляем сюда 3 яйца. Приправляем перчик, все, что вам нравится. Сухой чесночок можно. Добавляем буквально 30 грамм подсолнечного масла. Все перемешиваем. Добавляем 4 ложки муки полных. Все перемешиваем, что получилось. Идем на сковородку жарить 5 таких блинчиков. Должно выйти с этой массы. Жарим на среднем огне, чтобы прожарится, переворачиваем в другую сторону. Ну или вот какие они румяненькие. Пару минут на каждой стороне. Вот 5 коржиков у нас получилось, картофельных. 5 штучек. Сейчас будем готовить к ним начиночку. 2 большие помидорки. Или 4-5 маленьких натираем на мелкую терочку. Помидорам добавили пучок укропа. Можно свежего, а можно замороженного. Вот у меня замороженный. Все перемешиваем. Добавляем сюда 100 грамм сыра натертого на мелкую терочку. Тиночку делим на 4 части. И сейчас будем перемазывать наши коржики. Коржики ставим в противень, в форму. И по одной части, что мы разделили, выкладываем на наши коржики. Вот так распределяем. И следующий коржичек. И распределяем. Посыпаем еще сверху сыром. Духовка 180, минут на 20. И вот наше блюдо готово из картошечки. Очень вкусное, ароматное. Только посмотрите, как тортик. Очень вкусно. Готовьте, радуйте своих родных и близких. Всем приятного аппетита. Пока-пока.